В Чебоксарах прошел рождественский турнир по волейболу среди школьников. Праздничные соревнования вот уже который год организовывают депутат Госсовета Чувашии Владимир Викторов и депутат Чебоксарского горсобрания Вячеслав Волгин. Кто победил на этот раз, расскажет Егор Алексеев. Состязания юных любителей волейбола прошли на базе столичного центра маунтинбайка. Отборочные игры проходили в школьных спортзалах, а в спортивном комплексе состязались уже только сильнейшие команды. За призовые места среди девушек боролись ученицы школы номер 39, 48, а также 5-й гимназии. Среди парней не было равным воспитанникам кадетской 14-й школы, гимназии номер 5 и 3-го столичного лицея. С каждым годом количество участников становится все больше и больше. Вот сегодня победила команда, да, которая, когда мы начинали, она так пришла ради того, чтобы поучаствовать, а сегодня она победила. То есть они настолько подтянулись, здорово, вот как раз в этом и есть смысл, чтобы популяризировать спорт. Финальные игры были напряженными и зрелищными. В итоге среди юношей первыми оказались воспитанники лицея номер 3. Второе место заняли ученики 5-й гимназии, а бронзу завоевали ученики кадетской школы номер 14. Среди девушек-волейболисток лучшими стали старшеклассницы из 39-й школы, а второе место за ученицами 48-й Чебоксарской школы. Ну а бронзовая медаль досталась девушкам из гимназии номер 5. Поддержать юных любителей волейбола, а также вручить медали и грамоты приехала команда «Чебоксарские ястребы». Приятным сюрпризом стала дружеская игра между именитыми спортсменами и школьниками. Добавлю, что волейбольный турнир организовали депутаты Владимир Викторов и Вячеслав Волгин. По завершению финальных игр городская стоматологическая поликлиника подписала соглашение о взаимном сотрудничестве со столичной баскетбольной командой. У команды на 2017 год стоят большие задачи. Это занять призовое место Суперлиги чемпионата России 2-го дивизиона. Соглашение о взаимном сотрудничестве, я думаю, в ближайшее время даст большие плоды для развития спорта в Чувашской республике. Турнир у нас получился настолько масштабным. На следующий год вообще мы хотим его открытый сделать турнир, для того, чтобы, во-первых, приходили сюда специалисты, сильные в направлении волейбола, да, чтобы наше подрастающее поколение видело, какие есть у нас мастера, как они играют. Егор Алексеев, Михаил Солин, Вести, Чувашия.